В рамках исполнения поручения главы региона Сергея Меликова сотрудники администрации Каспийска провели рейдовое мероприятие и информационно-разъяснительную работу с владельцами объектов гостиничного сектора. В рамках визита ответственные лица рассказали о необходимости соблюдения антитеррористической безопасности, а также законодательства. Участие в рейдовом мероприятии приняли представители АТК, муниципального контроля, управления экономики и сотрудников ОМВД. Отметим, что на территории городского округа официально осуществляет свою деятельность 27 гостиниц, 15 из которых ведут работу согласно всем правилам и нормам.